возвращайся домой. Я тоже вас люблю. Ты сходи, говоря, и в союз потерянный пиши. Потому что эти суки даже в двухсотых не забирают мертвых. Они, блядь, раненых убивают сами. Да будут ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто, блядь, всех убили. Всех. А они даже не забирают трупы. Они хоть... Все, они что, блядь, вообще сказали-то нахуй, суки? Вообще же никому, по-любому, даже похоронка не пришла. Неделя, блядь, прошла. Такая вот херня. Ты только там тоже сильно не кричи, что всех убили, там, что трупы не забирают, а то там ФСБшники тебя за шкирку прихватят. Просто скажи, чтобы пленных поменяли хотя бы. Потому что если ты начнешь сильно уши поднимать, на тебя наедут ФСБшники. Ну, как бы не бьют, не мучают, кормят. Люблю вас. Мы поцелуем меня.